Это не бревно. Вась, весла не трогай. Тихо. Ради вас общение нужно будет стоить. И только что не надо. Так, ну это так, что нет, дальше. Радиосообщение. Всем привет. Тихо проплываем. Васюх, тихо. Что-то нет. Две лодки могут сделать аварию. Рыба мягче. Ну, да. Ну, а проверить-то как? Только так. Приехать и половить. Ну, зато на лодке мы с тобой поплавали. Вон щука прыгнула где-то. Радиосообщение. Проплываем. Цветочные. Заводь. Это цветочная заводь, Василий. Хороший шлепок. Тебе не жарко, Васюх? Нет. Может, тебе искупаться? Сейчас. Ну, я тебя могу на песчаный остров свозить. Не, здесь глубоко. Ой. Вась, Вась, Вася, это что такое? Не понял, не понял. Это что такое? Алло, что ты не понял? Не, Вась, это не зацеп. Щука! Держи, Васька, доставай инструмент! Вася, это щука! Быстрее зацеп! Глянь, какая щучища! Вася, рассыпай быстро! Вася! Шнурок распутывай, Вася! Я распутал! Давай в пасть ей быстро! А где это? Хватай за пасть. Блять. У меня руки не мелкие. Я не дотянусь. Я понимаю, какие у тебя сейчас ощущения. Зина, держись. Да, неплохо бы Зину взять нам. О, у нас якорь рыбку поймал. Ай. Угадай, какую у нас якорь рыбу поймал. Браконьеры пришли. Почему браконьеры? Лодку тащу. Чего? Лодку тащу. Thank you.
Нет. Так, ну что, на твою? Да, на мою. Давай. Почему ты думаешь, что это браконьер? А? А что-то я не вижу ни спиннингов. А почему спиннинги? Обязательно. Да это я так, к слову. Ой. Здесь Зинина засада. Хороший бульк. Интересно, Зинина, Зинина подобка. А какой мы с тобой здесь Зинина? Слюнки. Помочи в эту голову, Васю. Голову помочи. Знаешь, что это остров под названием Су-57? Это что? Сейчас мы чуть-чуть к траве пойдем. Там слишком далеко от нее. Зачем? Зачем ножницы тебе? Это не ножницы. А что это? Ну, когда щуке вонзится в пасть, чтобы руками у нее во рту не лазить, специальный зажим. Для чего зажим? Чтобы руками своими не, в пасть щуке не лазить. Этого. О! Бля, Васёк! Давай. Зина! Вася! Зина. Погоди, её надо сначала погонять. Дай, ничего себе! Серёжа! Вася, готовь инструмент. Сейчас мы её сначала погоняем. Это не... Это огроменная щука. Тихо, тихо, погоди, она сейчас погоняет сначала. А зачем погонять? Иди сюда. Большая такая. Суй в рот. Сейчас, подожди, она еще погоняет. Васюх, подожди. Иди сюда, Зина. Как так? Ну что, поехали. Третья попытка поймать Зину. Мы с тобой стояли вот в этом месте, кстати говоря. Сейчас, подожди-ка, подгребу чуть-чуть сюда. Вот наше секретное место. Мы здесь вот стояли с тобой в укрытии. Как хорошо плывет рудра. Ну потому что, чтобы была возможность быстро менять спиннинги с разными насадками.
Вась. Не понял. Вась. 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 Да хрен там. Щука. Вот она под нами, Вась. Вась. Вася, щука. Вот она, подожди сейчас. Вот она. Зина. Да вот она. Блин. Тихо, 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 тихо. Тихо. Хватай за челюсть. Васёк, если мы третий раз ее упустим, за челюсть, пристегивай челюсть. Давай, хватай. Все, поднимай. Держи, не бойся. Видишь, какие у нее зубы? Вижу. Ну, решай, что с ней будешь делать. Заберу. Заберешь? Да. Ну, иди сажай ее в садок. Открывай, блин. Иди. Спасибо, Серега. Ты что, ты зацепил ее? Да ты... Подожди. Давай. Васюх. Васюх. Да. А. Давай большой. Открывайся. Не будешь ее отпускать? Буду. Нет. Нет, буду. Не, не. Забираем. Забираем? Да. Отцепляй. Отцепляй. Держи. Держу. Это много уже? Ну, если бы мы с тобой еще ту двух бузин бы взяли. Повторим. Ну, давай, вдруг еще какая-нибудь дура здесь. Если еще раз клюнет, это будет вообще фантастика. А у тебя такая фантастика была? Ну, бывали случаи, которые, когда за раз, по три щуки. Ну, согласись, если бы не видеосъемка, нам бы никто не поверил. Согласен. Что две огромные щуки мы с тобой упустили. Но если... Нет, ну, ты... Кто-то монтажирует. Если ты не умеешь это делать, то точно нам поверят. Да? Да, потому что монтаж — это наша фантастика мира. Больше такая. Ой, не понял. Страшно, туман, блин. Не-не-не-не-не-не-не. Я просто знаю, где щуки прячутся. Просто есть два вида рыбаков. Одни, которые дураки бросают хрен знает куда, а другие ищут рыбу. Вот мы из тех, которые ищут рыбу. Ну, если четвертая будет, я не знаю. Это будет точно фантастика. А если вообще пятая, то...
Крэп сказал. Чего, блин? Ну уж за мной, Васюх, не повторяй такие гадкие слова. Да нет, чего, блин, это они не гадкие слова. Ну, попытаемся. Ой. Ой. Зацеп. У нас где-то в этом квадрате она клюнула. Да. Ну что, будет четвертая Зина? А? Ну что, будет четвертая Зина? Да не будет. Да почему нет-то? Всякое бывает. Да, а что не фантазируется? Надо всегда думать о хорошем. Бля! Вася! Да ну, блин! Ты нахуй? Ты маг! Вот это кабан! Ты маг, блин? Или кто? Вот это! Вот это кабанчик! Я боюсь сейчас щукой открывать. Вот это кабаненок! Так что? Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Вот это кабанчик. О! Давай кабанчика. Хороший окунёк. Так. Вот хочется спросить, как так-то? Чё, как так? Зиму мы не поймём. Давай. Щупакабру сейчас. Ну, зацепим, так спасем. У нас инструмент спасения есть. Вот этот? Нет, там другой. Какой? Какой еще? Ну, если сейчас зацепим, будем спасать. Как будет? Да вот, чуть не зацепились. На карка. Да что каркать? Здесь я просто знаю, что здесь бревна. Тут каркай, не каркай. Я знаю, что здесь. В этом месте бревна. Ну, я сейчас потихонечку протащу здесь.
О-о-о. Угу. А окуней еще что, кроме засолки? Не, ну варить можно, но он будет не наваристый бульон. Ух, как там щука прыгнула. Слышал? А щуку засолить просто? Как? Просто взять и засолить. А как засолить? Засыпать солью и неделю, чтобы она в соли лежала. Потом промыть и сушить. На балконе. Васюх, зацеп? Да. Не понял. Не понял. Операция спасения. Сейчас мы сначала попытаемся ее освободить. Так. Ой, извини, Васюша. Ух ты, это окунь! Тебе тыщ! Ты что за окунь? Хрена себе! Так. Погоди, Васюх. За нижнюю. Все. Это кабан. Давай ножнички. Это не ножницы, Васю. Держи. Так. Он с большими зубами. Да нет, он просто, знаешь, как может сильно мотнуть. Это кабанину. Кабанину мы взяли. Хороший, братан. Хороший. Ни хрена себе какой. Я думал, зацеп. Сейчас мы еще раз сделаем на ту точку заход. Вдруг Зина ждет нас там. Согласись? Намотай. А что ты объяснил мне? А? Сейчас мы попробуем на крэк-джек. Зина, кстати, очень любит крэк-джек. Тебе какой тоже... Будет? Тебе тоже воблер насадить, может? Какой воблер? Ну, вот этот воблер. Так, ладно, хватит бросать. И ничего не будет уже сегодня, наверное. Ну что, заводим Зину? А почему Зину? Thank you.
Басилка, 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 басилка моя, сады яда, гомнолинка моя. Прыгай, зайчик. Зайчик Вася. Неси. Васюха. Только осторожней, не зацепись, брат. Держи. Аккуратненько и не замотай их.